Дорогие друзья, сейчас я нахожусь в прекрасной Subdivision. И это, конечно же, чудесный дом, который имеет 1500 скверфит. И я Таня Курдоглу, брокер по недвижимости из Южной Каролины. Спасибо большое, что вы зашли на мой канал. И сегодня я вам расскажу и покажу, как можно купить дом за $237,000. 1500 скверфит, 3 спальни и 2 санузла. Дорогие друзья, конечно же, здесь присутствует гараж на 2 машины, а также строятся рядышком дома. Мы в неплохом районе, мы находимся близко ко всем магазинам и другим, не знаю, что вам нужно, ресторанам, парикмахерским, церквам, школам. Все здесь. Все здесь, и даже музыка вот эта их. Хотелось бы, чтобы они выключили, но получится, что не будет выключено. Я быстренько пробежусь, потому что опять меня ждут клиенты. Здесь у нас 2 спальни. Неплохие такие размеры. Фиты у нас, фиты. 8 фитов высота именно потолков. Здесь у нас хороший такой пол беленький. Окошко. Так, здесь такой интересный план, как вы уже видели в многих других застройщиков. Здесь целая ванная комната. Посмотрите, пожалуйста, и на это. А также у нас здесь другая спальня, которая рядышком здесь. Это что такое? Что это такое? Откуда это вода? Ладно, не мои проблемы, не наш дом. Его уже купили, я просто показываю для вас, чтобы вы понимали, что вы можете себе также купить такое чудо за недорогую цену. Также посмотрите, пожалуйста, вот и на этот клазет. Здесь шикарный зал. Обратите внимание на окна. Сейчас такая пахмурная погода. Что-то у нас темненькое клауд. Облако, может быть, скоро начнется дождик. Наконец-то люблю дождь. И, конечно же, люблю работать в дождливую погоду, а также и отдыхать дома. Так что вот, сегодня я работаю целый день. Хочу вам показать еще и этот домик. Дорогие друзья, посмотрите. Здесь у нас клазет. Это называется пантри. Там у нас будет холодильник. У нас прекрасная кухня с хорошими кабинетами, а также чудесным корцем. Мне нравится, очень нравится этот бэксплэш. Также нравится то, что этот застройщик предлагает вам любимую вашу трубу. Правда, если была проблема труба в других домах, можно купить этот дом, значит, здесь уже проблема решена. Смотрите, газовая плита, это также очень приятно. Заходите готовить на такой чудесной новой плите. Дорогие друзья, $237,000 за 3 спальни, 2 санузла, 1500 скверфит в хорошем районе. Все новенькое с гарантией. Берем 864-747-5561. Я Таня и жду ваших звонков. Жду ваших звонков с разных штатов и даже стран. Дорогие друзья, здесь у нас хорошенький такой юнит стоит. Посмотрите, какие классные бэкьярды у друзей, а также вот это облако, о котором я недавно что говорила. Вот отсюда солнышко, да? А здесь облако. Как круто в Южной Каролине все-таки. Но, да, это вью, как говорится, скоро застроится. Поэтому, дорогие друзья, нападаем. Участки здесь не маленькие. Дома между домами, конечно, ближе стоят, чем обычно. Но не забудьте, цены здесь шикарные. И также вот такой маленький шикарный бетончик, который залили всего-навсего, как говорится, на одну ножку. Ну, это я шутила, можно всегда долить, доделать. Мне очень нравится цвет, конечно, такой голубой. Что у нас еще здесь? Ага, свет здесь тоже подставили, sliding door. Опять же, покажу вам прекрасную кухню. Кухню, чуть мне эта мексиканская музыка так мешает. Вообще-то у меня аллергия на этот шансон их, или что там. Стараюсь записывать видео, собраться с мыслями. Иногда вот они пропадают, эти мысли. Еще когда я увидела, что женщина делает электрику, я сказала, что мне также все возможно. Я шучу. Ребята, я уверяю, дом не взорвется. А, кстати, да, и можно еще вылезти на крышу, вот такую любимую крышу, спрятать там что-то от кого-то. Если вы прячете друг от друга что-то от кого-то, здесь вот я вам подсказываю, такая решеточка. Так, хватит шутить, хватит уже работать, наверное, скорее всего. Давай-ка, Таня, поедь отдохни после этого домика. Дорогие друзья, мы прошли через стирку, сушку с гаража. Попадаем в такой чудесный зал, от которого я не могу нарадоваться. Мне очень нравится этот floor plan. Все здесь идеально. Пустите меня сюда. Вот, смотрите, здесь также есть еще самая главная спальня с большим окном. Ой, извините. Кстати, здесь нету карпета. Это тоже круто. Вы заметили, что здесь нету карпета? Зато есть такая чудесная белый ламинат. Мне очень нравится. А вам как? А ну-ка давайте посмотрим, что у нас в этом санузле. А здесь у нас еще не повешенные зеркала.
Зато идет строечка. Кстати, ребята, два света вот там сверху. Мне очень, опять же, нравится размер. Вот эти краны. Здесь у нас душ, 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 душ. Там у нас, как вы видите, вот это. Здесь маленький такой клазет. Ну, а здесь уже побольше. Дорогие друзья, девочки, это для вас. Спасибо большое, что вы были со мной на протяжении этого маленького видео. Как я говорила, что у меня со временем было shortage, но я хотела все-таки для вас снять, рассказать, показать, потому что я знаю, что некоторые люди не могут приобрести подороже, поэтому, дорогие друзья, я считаю, что это крутое предложение от застройщика за такую сумму денег. А здесь, да, я не говорила, можно поставить свои стулья. Там, конечно, у нас стоит стол, а здесь шикарные диваны. Не знаю, любите уголки. Музыка. Музыка. Не знаю, потанцевать мне? Потанцуем. Сковородкой. Представляете меня здесь, в этом доме, или себя? Ладно, девчонки, мальчишки. Я очень ответственный брокер по недвижимости. Просто иногда нужно поддерживать вот эту команду, которая также работает вместе со мной, когда вы наблюдаете за нами, когда вы смотрите вот наши шикарные видео и отдыхаете. Так что нам чуть-чуть обидно. Поэтому не забывайте про меня, звоните, пишите. Я всегда к вашим услугам. Ручка моя любимая, кстати. Я к вашим услугам всегда буду рада помочь, рассказать, подсказать, завести вас в разные. Локации к разным застройщикам. Дорогие друзья, много из вас спрашивают, а сколько возьмет времени, чтобы посмотреть на дома? Мы с другого штата. Хочу вам сказать, время зависит от вас. Если вы будете находиться в одном таком шикарном домике 1,5 часа, тогда, конечно, мы посмотрим всего-навсего 4 дома за целый день. А если мы будем смотреть на дома 15 минут, задаем вопросы, я быстренько отвечаю, вы понимаете, нужен ли вам этот домик или нет, и мы, конечно же, идем дальше, двигаемся дальше. Так что, дорогие друзья, опять же, ответ один. Зависит все от вас, дорогие мои. Я здесь всегда буду рада ответить на все вопросы, всегда готова с любой информацией для вас. А сейчас, конечно же, я погнала. Работаем, еще чуть-чуть показываем людям из другого штата. И, конечно же, желаю всем хорошего дня, хороших выходных. Спасибо большое, что вы всегда со мной. Мой телефон 864-747-5561. И я люблю Южную Каролину, люблю помогать людям. И, конечно, помогла многим уже. И хотела бы помочь и вам. Обращайтесь, если вы видите эту машину на фривее или возле магазина. Оставьте записочку, что вы меня видели. Ну и, конечно, здесь. Не забывайте, что я люблю помогать людям. Люблю свою комьюнити. И хочу помочь вам. Всем всего хорошего. И до встречи. Пока-пока.